Давайте те, кто сидит прямо здесь, чтобы не перемещаться, вы сделаете контрольный выстрел. Обычно он в конце бывает, а у нас будет в начале. Это будет то, с чем мы будем сравнивать, где раствор сравнения, который по определению не содержит растворенной углекислоты ни в какой из форм. Ни в виде солей жесткости, ни в виде раствора газа. И с ним-то мы и будем сравнивать эту нашу домотканную методику. Так, сюда мы добавляем сделанный самостоятельно гидроксид бария, который должен осадить любые формы карбонатов, которые присутствуют в растворе. Видите, выпадает осадок? Ну, видите? Интересно. И где? Ну, смотрите, что я добавляю. Может, оно от этого помутнело? Ну, я вообще-то осадка там не вижу, если честно. И даже более того скажу, его там и не должно быть, потому что это дистиллированная вода, которую мы кипятили целый час. Да? То есть то, что оттуда не посыпался снег карбонатный, значит, что все-таки какая-то удача нам сопутствовала. Вообще, если оно так долго постоит, снег то посыпется. Конечно. Так, ну давайте ради интереса проведем просто качественную реакцию. В принципе, этот реактив у нас работает или нет. Вот вода, в которую мы нещадно пыхтели и пыхтели из нашего газогенератора. Есть что-нибудь? Я пока ничего не вижу. По-моему, тоже ничего. Так, ладно. Давайте сделаем другое. Вот наш модельный раствор. Ну, стал он более мутным, чем был. Ну, да. Ну, по-моему, да. Ну, явно. Вот. Здесь мутнее, чем здесь. Да. Это модельный раствор, куда было добавлено немножечко соды. Ну, можно сделать из этого косвенный вывод, что пыхтение углекислым газом не очень сильно насытило воду. Ну, сейчас мы, собственно говоря, это и проверим. Так, дорогие мои друзья, тетрант добавлен, так? Да. Сейчас проверим реакцию, какую он нам еще дает. Ну, хоть тут не ошиблись. Так, и титруем до момента обесцвечивания. Да? То есть тогда, когда раствор приобретет еле-еле розоватенький цвет. Ну, вы уже все опытные аналитики. Поэтому один из образцов используем в качестве контроля, другой титруем. Вперед! Вот вам три штуки. Давай. Так. Да, пока у нас там господа готовят
Ну да, я помещаю. Готовят, готовят. Так расскажите. Можно будет посчитывать. Сколько там? Стоит. Так. И групп у нас получается 4. Окей. Так. Как вы разделились по группам? Скажите мне, пожалуйста. Раз, два, три. Или вы раз, два, три. Или раз, два, три, четыре. Четыре. Так, у нас всего 11 человек. Делится на 4 группы. Поэтому 4 в одной группе, это явно перебор. Ну тогда давайте вот так вот вдруг вот идентифицировать. Так, вообще, там девочек. Раз, группа. Два, может, как бы, три. Три. Все. Четыре, значит 4. Окей, не вопрос. Так, вот вам пробы на исследование. Мы еще все трубы. Оно что-то, давай еще так. Понятно. Это я пока просто раздаю. Так. Вам будет самая тонкая проба. Ну, как у тебя не выльется мне что-нибудь или нет? Не знаю. Ну, вы его делать. Вы будете делать. Тремя разными. То есть, вообще, у вас, судя по всему, концентрация должна быть одна из самых низких. А может быть и нет. Выделось. Это мы должны исследовать. Ну, уже больше. Ну, где-то 9 выделок. Все стаканы принадлежат. Ну, после пьес. Да? У нас 3 бюретки. 3 бюретки. Поэтому все стекло, кроме колбы с анализируемой жидкостью, принадлежат конкретному исследовательскому пасту. Да, чтобы не выделить. А группы переползают от паста к пасту, чтобы свой образец попробовать двумя методами. Таким образом, у нас все попробуют все методы. Угу. Так. Как мы таки поделились с этим? Давай. Так. Вы. Что-то оно очень. Ну давайте вы будете вдвоем. Ну забрали же. Да. Виктор, правильно? Саша, Маша. Так. Марина. Я сейчас на 10 работаю. Как девчонки вас делить? Нет. Вас четверо надо поделить на две группы. Поэтому... Так, окей. Хорошо, логично будет. Так, хорошо. Так, вам вот это. Так, девочки, Ксюша и Павел, правильно? Брахованная. Вам вот это. Пробы не путайте, никому не отдавайте. Чтобы она от вас не бракованная, она просто это очень концентрированная. Значит, на этом посту, ну поскольку вы сидите рядом с ним, то я надо еще заполучить. На этом посту у нас сейчас у нас производится титрование кислотой нашей пробы с метиловым оранжевым. Все методики на всех постах рассчитаны так, что объем аликводы по 50 метров. И каждую пробу надо делать в трех параллелях. Поэтому на каждом посту по 3 стакана. Так, вперед. А вы подождите в своей очереди. 3 раза по 50 миллилитров. Отмеряйте свой. После этого вы титруете ее. А сразу разлить можно? Да, конечно. Так, у вас там, кстати, уже титрант немножко повысит, по-моему. А у нас протекает экран. Может, другую эту беретку? Да. А что за линия, может, на чем-то? Дети тоже разливаются на меня? Сейчас. Все. Там тоже было запасы двух. Там сейчас титралки начнем. Там попробуем. Вот давайте лучше попробуйте. Да, вот цитрат. Так, вы аккуратненько сливаете цитрат, чтобы он не пропал. И его обратно. У нас тут не сказать, что проблемка, но мы покрасили всю беретку и выпали хлопья. Чего? Выпали хлопья. Не обесцветилось, короче. Да. Не обесцветилось? Не обесцветилось. Да, есть цитрат. И что-то выпало.
осады. Ладно, не вопрос. То, что выпало, то и выпало. Это выпал этот самый осадок карбоната. А он засвечивается, но просто очень медленно. Ну, это обесвечивание, это не обесвечивание, это просто разбавление. Так, знаете что? А попробуйте, что вы тогда... Так, кислотой. Пожалуйста, заряжайте бирюльку теперь вот этой тетрампом, да? Эта кислота у нас неразведенная, то есть ее концентрация в 10 раз выше. Так. То есть можно сказать, что поскольку целой бирюльки не хватило, да? Попробуем увеличить концентрацию. Ну, сейчас это будет. Столько же. Бирюльку заряжайте. Что сюда? Сюда ничего. Ничего. Он станет оранжевым, это будет очень заметно. Ну, получилось в итоге. И если перед цитроном, то красный. Вот смотрите, это вот кузнецу как надо было. Так, 5 миллилитров. О, отлично. Что такое 5 миллилитров? Профессионал. Такого химики и таких цифр не говорят. Они говорят 5-0, да, или там... 5 миллилитров, это значит, что вы оцениваете с точностью до миллилитров. Да? А мы должны оценивать с точностью до 500 миллилитров. То есть до между делений. Так, отлично. И еще разик давайте. Заметьте точно. Расход ровно 5. 5 и 0, так? Ну какой же там 5 и 0-то, а? Если там 5 и 2,5 где-то, ну. Ну вот это вот деление 5, мы смотрим по нижнему мениску. Ну 5 и 2, ну как минимум. А, ну может быть. Не, ну это как сказать, что ну у тебя будет зарплата 2. Чего 2? Рубля, тысячи, миллионов. Почему я должен? Сейчас я. Ну, и продолжайте тетровать от 5 и 2. Что вообще ты продолжаете? То есть, возможно, вести технические. Вот выливайте до 10. Потом до 10? Да, до 10 смело. Не настолько.
А потом как пойдёшь, они так снимут. А, так они остановились. А можешь еще? Раз, два. О, что-то получилось. Ой, все. Да ты не снимаешь. Это ты не видишь. Я должен быть ответственным за все. А это как? Это ты же. Не вопрос. Ты тоже на первом посту. А я тебе сказал остановить. Слушай, я же ты не делал для меня что-то. Ну это 9. 10 и 4. А, ну 10 и 4 вот нормально. Я 9. Ну и все. Все, отлично. Ну хотя бы, наверное, перепутал. Все-таки. Ну все, если сравнивать, да, более белый. Значит, это слишком накрутили. Ну, в принципе. А что дальше? А что дальше? Или тряпка, или что-нибудь? Вот это вот можно пожалуйста. Он перелил, молодец, да? Молодец. С другой стороны, молодец. Скажи, когда... Вот это, получается, таким цветом сделалось. А вот это 10-4. По сути, оно должно быть таким же, как и это. Так он перелил, то он больше. Вообще не активный, больше не знаю, как ты там. А не знаю, как ты там. Да еще и без халата. Я не вижу. Можно даже не открывать красить. Я буду писать. Все, мы на нас две. Готово? Да, готово. Объемы записали? Так. Так, это надо убрать. Слушаю. 5,2. Так, и это было на 0,1 нормальном настроении. Ладно. А мне... Так, отлично. Теперь, чтобы вам уж не вставать и не ползать, так, кто ближе туда? Кто туда? Ополаскивайте. А вот с этим что делать? С этим ничего, вылезти. Так, молодые люди, быстренько ополоснули стаканчики. Ополаскивайте. Так, и... А это число? Стаканы в руки, к раковине, все вылезти и ополоснуть. Стаканов у вас 4. Так, давайте делать, использовать разделение труда, да, потому что вот только так человек эволюционирует из обезьяны. Так, ваша задача. Залить билет. Ярослав, ваша задача. Берите ополосканные стаканы, 3 штуки. Вам надо 3 стакана. 3 стакана по 50 миллилитров. Так, стоп-машина. А, вы этим будете. Ага. Давайте я буду мешать, а ты будешь проблемировать. И вот это тоже. И пока ты скажешь. И наоборот. Вы это концентрация, что ли, спиваете? А, ну давай. Но там заморозка будет в 10 раз больше, чем... Ну, бывает этого. Точнее, она кривая. Мне кажется, перелитровываем, потому что... Перелитровываем сейчас. Это что за сливай какая-то? Так это же вода, ну, или речка? Стакану, значит, это вода из реки, там же мусор всякий. Вы один раз видите, что же делаете дверь. Понятно. Да, вы сама, и вас живет свою жизнь. Тут, кстати, тоже готов. Я готов, я фиксирую. Да, все, да.
Уже рабочие пробы. Так, пробу у вас аквариумной воды. Теперь все то же самое. Так, заряжены, да? Берет. Ну, там даже рязка попалась. Так. Вуаля. Теперь титруйте свои рабочие пробы. Так, группа Ваня, Марина. Что она? Готова? Да. Слушаю. Твои 9. Это сколько раз? Один. А второй? А второй 3 что-то там он был неправильный. А третий? Третий, да. Так, стоп. Один вы разлили, другой перефильтровали и поймали один. Я правильно понял? Да. То есть всего отработали 3 пробы, 3 аликвота, но получилось только один, правильно? Нет, мы одну пробу Одну разлили, другую перефильтровали, а третья получилась. Сколько у нас? 53 получилось, да? Так у вас же 4 пробы. Ну, вы на месте. Ну, давайте ей пошли. Давай. Да, у Сыклава, да. Нет, может, это чистая вода. Это двое суток. Да, это прямо видно. Или что? Твой косяк, да. Ну, прямо себе, что ты тяжь. Стой, два. Сколько первое 54? 54. Так, это первое. Сколько? Это 4 и 5. Это же пониженные штуки. Ну, пониженные. 4 и 9. Пониженные. Это 5, значит, это 5-1. Это 5-1. Или 5-1. Это 4 и 9. Это даже не близко к 5-1. Смотри, это всегда увеличение идет. Значит, это 5-1. Вот это 5. Пять. А может быть физически? Ну, то есть, они же больше, понял? Ну, такие глупые. Нет, не 5-1, 5. 5-1. По нижней. По нижней. 4-9. Так, они на раны тогда. 4-9. 5, ну, ты все равно. Ну, 4-9. Через кто-нибудь другой 4-9. Хотите сказать, трогать? Да, он хочет. Нет. Скажешь, когда? Ну так. Нет, вот ты не отдай. Ну попробуйте 4-5. Я полетел.
Ну вот, 5 миллилитров можно нормально платить. Или с пошанчиком. Три раза сделали. Один раз нормально, другие были. Это 4. 7 до 9,6. Два результата 5,7. Так, 96, понять. Ну, еще клиент. Еще лейт. Это не игра. Мне нужно понять, где 96. Мне нужно понять, где твой мозг. Секунду. Твой мозг. Вот его как раз нет. Потому что твоя работа, это ничего не 6. Нижняя. Аккуратно на 6. Отравились. Все, можешь себе светить. Саш, 2,7, да? Опять все. Нет, опять 7. Вот видишь, походу ты закосячил. Сколько это будет? Так, кто-то мне что-то хотел сказать. 10 это вообще. 9,6. 2,6. Ну, хватит среди тогда. Ну, давайте напишем 9,6. Так, у вас речная вода. Это 4,9. Речная вода 4,9. Третья проба. Так, а третья у нас 3,9. Мы две пробы вода. А? Мы вот две пробы погнали и 4,9 получается. Ну, третью давайте. А, еще третью, да. Ну, записывать. Ну, раз уж. А это сколько? Это получается 9,9, это плюс надо есть. 9,9 плюс 4,9, да? 14,8. 14,8 можно нормально, ну, без 14,8. Ну, должно обе сделать. То есть можно до 14 лить сейчас? Так, его сейчас попытаться. Так, вы отстрелялись? Разворачиваете берег к барышням. А ну по-быстренько мало. По 50 минут свои пробы, стаканчики. А, ну опять, да? Так, ну это я еще конечно, конечно. А полосовый стакан. А это сколько? Ваша задача сейчас пересесть. А, ну да, Егор. Ну 4,9 должно было. Да, ну как у вас столько пробы? 4,9 аквариум. Все три одинаковые? Практически. Так, мне нужна средняя цифра. Какие у вас были результаты? 4,9, 4,9, 3 сколько? Вот так вот. Нет. Ростов. Глаза на уровне деления. На уровне мениска. Ну, здесь, мне кажется, ровно. Ну, почти на уровне. Да, по нижнему миниску мы смотрим. Только цифры на беретке я не вижу. С вашей стороны. Сейчас, если по нижнему. Ну, по нижнему миниску и есть. Но вы смотрите, где широкое деление. Вот. Вот это и есть 15. А, по 70 как-то сдвинуть. Так. Значит, сколько? Но если вы начинали от нуля, значит у вас было 4,9, а следующее 15. Значит 5,2, ну логично? Да, да, конечно. Средняя. Так. Ну средняя 5,0, наверное. Спорим? Да. Не спорим. Да? 5,0. Так, 5,0 и у вас аквариумная вода. Да. Угу. Отлично. Так, молодые люди. Все ополаскиваете стаканы, оставляете следующим чистое рабочее место, колбу. Ну давайте делать это быстрее только, пожалуйста, потому что вы все друг друга задерживаете. Конечно. Так, ополоснули стаканы, поставили и с колбой в руках переползаете на последнюю беретку. Вы вдвоем перелезаете сюда. Так, девушка пока у нас дотянула. Вы ждете сейчас девчонки цитрону. Садитесь пока сюда. Так,
Вот ваша полка, вот вам мерный цилиндр. 50 мм. Да. А как бы ты взял, чтобы не разлить? Ну, аккуратно. Через воронку. А у нас его хватит? Серый. Ой, соняный. Я здесь сидеть. Так, вы должны завести ваш пустыр. Короче, этим. Ну вы же видели, как это? Да, должен получиться оранжевый. Вот вы поставьте себе рядом пробу с индикатором, да? И вот у вас должно получиться более оранжевое, чем то. А то считается как бы... Такое чувство, как будто бы кислоты может даже хватить. Да хватит, хватит, там еще целая бутылка. А, да? Да, так что не переживайте. Что-то хочется. Конечно. Я всегда всем говорю, самое главное, это чтобы оператору было удобно. Всем остальным может быть неудобно, а тому, кто титрует, вот все вокруг него вращается. Ну все, доводите до нуля. Так, сейчас Марина сделает три пробы. Так, в каждую же. Давайте, чтобы не путаться. Нет, мы должны сразу избрать. Я перепросил. Один? Сейчас мы их подготовим. У нас не работает. Нам еще не просто. У нас не работает. Так, здесь вы титруете, у нас как бы обратное титрование проходит, да, с осаждением. С осаждением? Да. Ну, мы надеемся, что растворенная углекислота у нас свяжется с гидроксидом бария. И выпадет в осадок. В итоге мы до чего титруем? До перехода. Мы титруем, сейчас мы туда добавляем избыток гидроксида бария. Угу. То есть реакция у нас там будет выражена щелочная. И по разнице с контролем, да, с дегазированной дистиллированной водой, мы попробуем оценить, если эта разница будет. Сколько там? А разница там была? Ну, была. 0,2 миллилитра, но была. Так, Валя, прошу вас. Так. Быстро снимайте показания, как он же падает. Можешь пока поменьшивать? Угу. Ну, давайте высчитывайте теперь. А, ну, запоминайте, запишите. Что? У нас не робот, да? Это хрень. Окей. А, нажимай сломано. Отставьте. 5,1,5. 5,2. Ну, вы явно немножко перетестировали. Давайте дальше. Вот прямо с этого же деления. Дальше сквозняком титруйте. Так, ладно, с 5,2. Угу. То есть до десятки, до 9 миллилитров доходите смело. Это где было? Вот и оно. Так.
Вот уже 9. И все, и по капелюшечке давайте. Нашли. Сейчас еще 10 и 2. А мы, получается, не перетитровали 10 и 2. Сейчас у вас 10 и 2. Да. А было типа 5 и 2. Да. То есть 10 и 2 потратилось на 2 пробы, так? Да. Титруете третью? Ну, так, было 5 и 2 миллилитров. Стало, 5 миллилитров. Да. Все нормально. Значит, если вы перетитровали, то буквально на капку. Да. Так, вы титруете с чем? С фенофталином? Да. До обесцвечивания? Может быть, они у вас обе перетитрованы, потому что должна присутствовать слабенькая вода оказывается. Тут, правда, болотная вода, там не очень понятно как. Ну, давайте пить. Вполне возможно, что так и есть. Я бы сказал, мне 10,2, 10,1. Можно 4,9. 4,9 пускай будет, потому что... Давай. 10,1. Так, что, кому? Например, давай эфилин. По кругу. Сколько вот фенофталин? 10,1 до 15 стало быть. Ну, до 14. Поедная кислота не травит. Травит, что-то. Девица, красавица, ну что? И довести это дело все раньше, понимаешь, какие вообще никакой жизни не осталось. И доводить это все легко окрасить. До появления розового цвета. Когда вы будете покажете, я буду. Ясно. Давай. Две капельки. Больше, чем две капельки было. Вот одно. Сейчас ляпнется. Ловите ее. Ну, нельзя терять. Пусть уж она попадет куда надо. Слушайте, вот мне кажется, вот это вот самое то. Возможно. Тут еще это. 12,7 это что? Это на пролете? Да. Ну, получается, 12,7 на 3 поделите, пожалуйста. Нет, это 14,2. А, все, я понял. Среднее 12,7. 14,2, 10,2. 4,1 получается. Так, стоп, машина. Там было титрование. Как-то так. Кислоту в кислую сторону. А. У вас вода мучная. Так, а у вас... Что у вас там? Так, средняя аллергическая, да? Так, у вас. Это 12,7. 12,7. Так, отлично. Все зафиксировал. Молодцы. Иван Григорьевич, у нас получился 0,1 каким-то образом. Вполне возможно. Почему и нет? Ну ладно. Это на все три пробы? Нет, на одну уже. Все. Значит, вам с самого начала надо ронять по одной капле. Может быть и такое. У нас диапазон концентрации очень широкий. Что вы делаете? Записываем. Так, готово? Да, готово. Сейчас средняя арифметическая. Вы выливаете и
Получите стаканчик. Сразу средний или? Вот эти два. Да, так, у нас получилось как и регистрованное, ну ладно. Речная. 5,2 прибавить 4,9 прибавить 4,3. 4,73. 4,73. Это финал столы. Да? Все. Так. Девочки, быстренько. Стаканчики освободили. Титран долили. Нет. Так. Титран вот в темной бутылке. Водичка. Так, Ваня, ваш теперь ваш третий пост. Третий это самый дальний. Самый дальний? Да. Ага. Там где толпа пацанов. Так, вот вам три стаканчика. Так, девочки, и по 50 миллилитров, пожалуйста, свои пробы туда добавляйте, но и на этом тормозните. Тут еще секретный ингредиент. Так, три раза. 0,1, 0,2. Значит, среди сколько? 0,13. Правильно? Так, вы у нас работаете с какой пробой? Покажите мне, пожалуйста, ее. А, с аквариумом, да? Так, аквариум вот здесь. 0,13. Ага. Так, отлично. Так, молодые люди, быстренько. Вот что вы творите, а? Ну, ценный титан у вас выливается на сахар. Быстренько, а полостные стаканы оставили и выходили в сахар следующий. Так, вот. А вот это получилось, да. Что отставьте его в сторону, да, и сетруйте следующий. Ну, он должен быть, по идее, смотрите. Смотря сколько вы добавили индикатор. Я вам настойчиво рекомендую сделать сначала все три пробы, вообще добавить индикатор и одну из проб использовать в качестве торговли. Хорошо. И обязательно записывайте результат, потому что если вы вдруг захотите потом дотитровать одну пробу, у вас все будет записано. Так, стоп, машина. Я же сказал, налили и стопорнулись. Ждете меня. Добавляли индикатор куда-нибудь уже? Везде? Да. Во все три? Да. Ну ладно, ничего страшного. На этом посту, да, мы используем нашу инновационную методику с осаждением гидроксидом бария. Поэтому, когда вы добавили индикатор, конечно, там ничего не было. А вот сейчас мы добавляем щелочь. И ваша задача титровать, да, до обесцвечивания, но не до полного, а тогда, когда там, посмотрите, как у вас оседает там все хорошо. А у вас в этой пробе должно оседать лучше всего. Так, прекрасно. Так, вперед, красавица. Титруйте. Угу. Ну, отлично. Вот тут методика работает. Можно? Ну, долейте, конечно. Так, тут готово? Да. Ну, пустите коллег. Придется подождать, потому что группа 4, а поставлю 4. А вы пока объясняете, что же там сделать, да? Ну, вот Ваня и Ваня. Здоровать свою пробу. Прошу. Значит, надо налить 50 мл по каждый стаканчик, добавить 5 литров вина и титровать до появления кислородной окраски. Да. То есть то, что вы делали только что, в обратном порядке. Так.
Нужно уходить. Чего ты пипетки набирали? Так, и соба. Что ты не набирали? Это же сейчас. Знаете, я просто боюсь, что там внутри реакции не реагируется. А ваша проба какая? Какая-то третья. Пипет, ну да. Где глупость вашей задачи? Скажите мне, пожалуйста. В смысле? Вот. Вот это? Нет. Шепшение пойдет? А, построено, да? Все правильно. Да. Это у нас 2 и 4. Ну, посмотри. Ставьте, да, 4. А Так, готово? А, стой. Результат. Отлично, господи. Так. Скажите мне, пожалуйста, цифры. Цифры 1,8, 2,2, 2,4, так? Значит, 2,2. Так, у вас была вот это. Слушайте, у нас все. Даже я. Не идеально чистый, но все. Вот, идеально. А. Так, ребята, теперь высюда, да? Все толпы отлично. Ты имеешь в виду, какой цвет должен стать? Да. Знаешь, был желтый, а становится таким персиком. Там совсем близко. Сколько водички? Так 50, если 50. Стаканчик, и вам что дать? Может, на окон? 20. Вот полотенце тут лежит. Ну да, но это промыто. Ну в нем хлопки. Так, вот это первая проба? Да. Прекрасно. Вот, вот отлично получилось, прямо вот самое то, что... Она же метила раньше. В итоге что там получилось? Чье? Руслан Юрьевич, это рвана шла закрыта, а все еще как? Это ненормально. Туда надо ей кранчик немножечко поддавить. Сможете сами? Вот да, чтобы он заклинился получше. У него нет стопора на этой билетке, и он поэтому немножко выпадает. Так, колба, Маша, это ваша проба? Я же говорил, из рук не выпускать. Нет, нет, это наша проба. Это уже чуть путаница. Да, тетрадь на этом посту вот этот. Так, и... Здесь тетрадь вот такой вот. Мне не хватило развития пробы, мне надо еще. Ну, я бы сказал, еще одну. Нет, тогда потом опустим. Она же потом станет. У нас так изначально было.
пусть постоит немножечко, если что, потом туда еще буквально одну каплю добавить. Она сейчас капля упадет, и результаты. Она должна упасть в пробу, понимаете? Если она. Нужно добавить метилорад. Ничего страшного, надо было поставить вот этот стаканчик, который вы еще не тетровали. Угу. Все, тетрутит. Та капля, которая упала, будем считать, что она должна была попасть вот в этот недотитрованный стакан. Так что результаты не исказились. Все хорошо. Понимаете, что она сегодня? Да. Да, окей. А, точно. Там был Барри Лаша, тут не было. Ну что, теперь? Сейчас мы будем тетрать на Барри Лаша, он должен стать тут розовым. Да, начинаем с трапезы. Да. Итак, и третий, пожалуйста. Маша, а что же вы мне не напомнили-то, а? Чего? Профенофталин. А именно. О, вот он. Угу. Что с финансами? Ну да, Маша подготовила такой роскошный материал. Маша, вы не против, если на следующем, да? Потому что сейчас под конец все уже будут пузыри пускать, да. Я очень извиняюсь, это, ну, я виноват, что забегали. Я все занятия помню и ждала, пока вы не пригласите. Маш, вот в данном случае ваша скромность сработала против вас. Так, ладно, напомните мне, пожалуйста, под конец хотя бы, чтобы я это озвучил, потому что у нас еще были желающие присоединиться к этому делу. Так, стоп, машина. Скорее записывайте результаты. Ну капля же висит уже, сейчас упадет. Смотри, смотри. Ай, она туда уехала. Ну-ка, быстренько. 11. Даже на 1/10 давайте уменьшите последнюю. То есть не 3,2. Все, 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 убираем. Потому что у нас в прошлый раз это немножко перестировали, это больше 3,8. Слушайте, что у вас интересно, с меньшим объемом он больше перетитрован. Ну, ладно. Хорошо. Нет, нет. Мы пишем правду, какая бы она ни была неприглядная. Да. Так, 3,53, значит, это у нас было с осаждением, и у вас модельная проба. 3,53. Да. Ну, похоже, тенденция похожа на правду. Моете стаканчики, оставляете после себя чистое рабочее место и по-быстренькому отваливаете. Так, дорогие друзья, сейчас будут стаканы, отмеряйте по 50 мл пробы, и после этого ничего не делайте, я к вам подойду и добавлю секретные люди. Подойди. Хотя... Нет, да. Ну, по цвету похоже. Оно сползло, мне кажется. Очень аккуратно, а то она как хрупкий. Сколько? 2,24. И весь на ок. Как я? Тема я, это самое. Так, вам надо дождаться появления фенолфталинового окраса. Ну, вот. Учитывая, что сама вода... Вот такая. Так, это уже тетрованный? Да, нет, нет. Сейчас он подойдет? Ну, да, не, не. Что да. А, то есть вы завершаете, да? А, вот поэтому вот. Тут около 0,75. Так, вы уже... А средний нет. Ребята, можно приземлиться?
Так, что скажет вам девчонок туда, да? Вопросик. Угу. Нам тетровать вот этим? Так, готовы? А, да. Почти полностью. У нас готовы. Ну, лейте сколько есть. Желательно бы, конечно, одной и той же кислотой, но, если что, есть другая кислота, но такой же концентрации. Все, можно заливать? Да, 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 конечно. Ау. 258. Это средний уже, да? Так, у вас аквариумная вода, правильно? Аквариум. Аквариумная вода. Светило оранжевое. 2,56, да? Да. Ну, по крайней мере, у всех результаты различаются. Это уже хорошо. В смысле, что разные пробы воды имеют разные значения. Да мне так легче. Ну, она же перелилась, и если я маму налью, то будет проблематичненько. А, слушайте, посмотрите, тут куча всякой дяки плавает внутри. Всяких штапель. Ну, это вы со дна уже собрали. Ну, ничего страшного, что ж делать. Пришлось. Будет участвовать там в анализе самозародившаяся жизнь. Так, дорогие коллеги, добавлен самодельный гидроксид бария. В результате мы считаем, что карбонажи связались в нерастворимое соединение, которое мы сейчас проявим, и мы титруем кислотой избыток гидроксида бария. И по разнице между исходом, то, что делали здесь ребята с дистиллированной водой, да, это был отрицательный контроль, и разница здесь, мы определим количество карбоната, который там того этого. Так, я не понял. Извините. Так, вы сюда добавили что? Вашу пробу? Воду. Что она уже вся от того выработалась. Нет, такого... Такого не могло получиться. Ну, я туда щелочи положил, нормально. Может, она нейтрализовалась угольной кислотой? Чем? Угольной кислотой. Так. Не путайте меня. Ни в коем случае. Так, я не понимаю, что технические шоколадки. Здесь все, тут все нормально. Так, нет, ну вот это вообще непонятно, да? Ну ладно, что ли? Устала. Донорская проводка. Эти руки уже как у профессионала по наливанию 40 грамм. Профессионал, когда наливает, руки у него не трясутся, они трясутся до и после. Справедливо. Но не в момент. Ну, тогда скорее у такого опытного, но еще не профессионала. Так, где наш? Так, готово дело? Так, ну теперь, поскольку индикатор уже там, то, по идее, ничего произойти не должно. Yeah.
Может, это дело в пипетке и щетке. Так новая же. Да нет, мы воды. А, ну кстати. Ну не, она же должна быть чистая. И никто не убирал. Понимаю. Третье получится. О. Логику включаем, дорогие друзья. Ну тут не подаем. Меня так не преследует такое чувство, то что. Все очень не хватает, да? Вот, да. Мы сначала думали, что это магия, а теперь видим, что это не магия ни разу. Да я не говорю, что это. Я вообще магию не признаю, просто прикажу. Ну, кстати, зря. В нашем деле. То, что сейчас у нас, вот, представьте себя, ну, даже 100 лет назад, покажите кому-нибудь смартфон. Ну, это будет реальная магия. Особенно, если уехать куда-нибудь за кольцевую дорогу. Так. Значит, даже не глядя, мы можем сказать, что в вашей пробе воды углекислого газа растворилось настолько много, что обычная доза гидроксида бария его не победила. И поэтому мы добавили двойной гидроксид бария. Снежок пошел. А снежок повалил здесь просто, как это... В феврале в Заполярье. Поэтому готовьтесь, да? Вы сейчас будете вправлять кислотой, что ну вот от две пробы получается у вас есть всего, что расход кислоты может быть минимальный. Хорошо. Добавлять надо сейчас. Да, давайте. Ну сейчас я поверну. Нет, прекрасно. Вот когда начинает что-то не получаться, вот начинается. Это самое интересное. Самое интересное. Сейчас я с той стороны, наверное, зайду. Так, и. Для вас надо сделать пометку, что здесь получается двойной этот гидроксид бария. Полина еще живет, то что она была? Да, да. У Полины и Ксюши тоже мутный был. Но не настолько. Не трогай. Так, вы титруете до обесцвечивания. Хорошо. Эту пробу используйте в качестве контроля. А, знаете что? Давайте-ка мы... Так, подождите, остановите немножечко музыку. Закрой. Вот, почти две капли. Что я лезу со своими христианскими советами таким профессионалом? Ну, отлично. Мне кажется, что даже пара капель может и лишних увалить. Да. Ну давайте второй. Так, так сколько раз? С нуля титрового? Да, с нуля 2,5. Нет, 2,6 я бы сказал. Но я бы сказал 2,7. Справедливо. Друзья мои, давайте точно снимать показания. Проверьте, так пожалуйста. Ну, 2,7 или 2,6? Нужно по вот этой нижней части. А, тогда 2,7, да, 2,7. Угу. Так, отлично. Ну давайте еще разик. А что, доливаем? Не-не-не, зачем? Так, почти все, так, все закончили. Ну, наверное, не вся еще. Так, нам нужно еще, наверное, одного добровольца, да? Здесь у нас трое есть. Можно. А вы и так уже входите в число троих добровольцев. Так, друзья мои, к сожалению, так заболтались, что не успели немножечко. Если кто присутствовал в обсуждении в группе, да, Маша предложила такую новацию, как делать небольшие сообщения презентационно-устного характера. Подготовила одно, выложила его у нас в обсуждении. Ну, великолепно получилось, на мой взгляд. Это среднее уже, да? Нет. Среднее 3. Как это может быть среднее 3? А, я ошибся. Посчитайте сейчас и скажите цифру. 4,4 минус 2,7. Короче говоря, на следующем занятии глубоко уважаемая Мария сделает свою роскошную презентацию.
не 4. От которой я да, я уже икал от восторга. У нас есть, ну, было два желающих, это Марк, это Марина, подготовить что-то, какой-то вопрос на через занятие, да, но я хотел бы, чтобы все об этом подумали. Кто-то сам себе придумает тему, кому-то, может быть, тему нужно будет подсказать. Короче говоря, имейте это в виду, посмотрите, как это происходит вот, в виде мастер-класса от Маши. И все давайте попробуем пойти по этому благостному пути. Вот что я хотел сказать. Так, теперь все, кто закончили, отстрелялись с мытьем посуды, большое спасибо. Жду вас с нетерпением в следующий раз. Результаты будем на дистанционном занятии, я думаю, что обсуждать, да? Поэтому всем спасибо, все свободны, кроме вас, еще одного добровольца. Скажем, 2 и 6 минут. Ой, ну, 65 в смысле, господи. Ой, все, жуть. Соображать не могу. До свидания. Так, друзья мои, я всеми чрезвычайно доволен, особенно вот этим казусом, который у нас произошел под занавес.